Закачиваем лодку на берегу. Сегодня полнолуние. Против меня прямо где-то Минск. Вода пошла на прибыль. И вот тут она встречается с той волной, которая идет с Луды. Вот такая у нас полная луна. А вон там огонек, это мы отдыхаем. Вот. Вот такой вот берег. Хотим туда, за Таиской. Нас несет непонятно куда, блин. Там белое море, там мыс с камнями, который мы должны обогнуть. Ветер шапку срывает. Там где-то Пертаминск. Что получится сегодня? Не знаю. Хотели здесь порыбачить, но тут волна большая. Возвращаемся. Будем попытаться там за мысом Пертаминска. Это что нас тащит? Разматывай удочки, если бы я их сматывал. Смотрите, какая чешуя. Это у нас клюет навага. Мы приехали за Треской, а вон там встает солнце.
Надо еще привыкнуть к твоему этому, твоей оснастке этой. Блин, это катушка-то на другую руку. Нет никого. Да, надо перейти. О! Корюх, что ли? Корюх. Но корюх это уже, чем... Навага. Еще какой, да? Да. Промысловый. Переделай ручку. Сейчас переделаю. Потому что я так не смогу. Что-то тащит, тащит. Нету. Обломился. Блин. Что, кто-то выпрыгнул и промахнулся, да? Так. Не знаю, сейчас посмотрим. О. Ну, очень большая волна. Вова что-то там опять тащит. Ничего нету. Промахнулся. Нас оттаскивает, становится немножко глубже, но пока что-то было, но неубедительно. Что, неужели нас так быстро тащит? Да не, пока еще. А мне хватит веревки-то, блин? Что-то мало.
Что-то тут. Она хоть привязана? Порошняк. Смотри, смотри. Волга сошла. Дупль. А что-то не хочет цепляться на крючок. Не знаю, похоже, что нет. Нет. Блин. И отпускает такой. Ну, чистить даже не хочется. Не говоря уже о том, что есть. Солнце встает. Рыба не идет. Не клюет. Плохо. Правильно, ты взял маленькое ведерко, что ты хочешь? Не. Что-то там ближе к берегу что-то клевало, да? Ну, почему-то же ловят треску не напротив устья, а где-то то там, блин. Треску-то ловят. Не просто же так. Давай. Там может это подкинуть. Давай смотри. Поменьше будет. Парус. Достали парус. Ой.
Че говоришь? Ближе к машине. Собирать грибы, да? Да, собирать грибы. А ты поснимал, да, как там это? Волна-то была. Конечно, что-то. А тут мы в какой-то заводе спрятались, заныкались. Там где-то какая-то изба не видно. А, вон он. Едем домой. Рыбы нет. Рыба-то есть, клёва нет. Не то, что клёва нет, ветер сильный. Клёва-то может есть. Да, вот. Подходим к воде. Вот такие тут коттеджи нынче. Там вон церкви. Тетя Люся, привет! Дмитрий Владимирович, с днем рождения! Надо выпрыгивать. Ой. Вот и закончилась наша рыбалка. Морская. На море мы были недолго, волной нас оттуда снесло. Ветер до сих пор дует, не стихает. Так. У нас Володя за чистоту и порядок. Вот. Никто так, как он. Никто, если не мы. Все загрузили, корабль здесь.
поприветствовали нас. Веселый молочник. Скажи, Никач. Костя, разговаривай.